такой вот грязи едем, друзья. С дровами. Сейчас посмотрим, как попрет наш зверь. Пускаем вот в такие мешкалеи. Он тогда лучше идет, колесами цепляет. А когда идет наоборот по центру, не получше. Он кузовом тормозит. И херово ему ехать. Вот сейчас заезжаем в такую колею. Вот, по центру. И идем вот так. Видишь? На оборотах идет на малых. На средних идет. На второй едем. Вот видите, наклонился, короче, масло. Видать, это датчик сработал. Сейчас убавлю. Заведу. Закроем подсветку. Датчик наклоняется, допустим, все, он глохнет. Но это редко бывает. Масло надо опять подливать. Я уже с завода масло поменял, новое залил. Сейчас надо будет всяко подлить еще, потому что он у меня перевернулся был ночь, отстоял вот так, короче, жопой вниз. И масло, короче, вытекло. Маленько накапало. Может, миллилитров 50 надо долить. Вот видите, опять наклонился в эту сторону. Сейчас заглох. Ох, аж глухо стрельнул. Охренеть, вот это зверь. Надо ехать, чтобы он вправо наклонен был. Тогда лучше, не глохнет. Сегодня, короче, нагрузил полкуба, наверное, сухой осины и полкубометра березы сырой. Абсолютно сырой березы. Ну, прет помаленьку, все. Ничего не скажешь, друзья. Кому интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Я буду почаще снимать такие видосы по эксплуатации мотоблока. Когда он крякнет, посмотрим вместе с вами, я это засниму. И из-за чего крякнет. Посмотрим, на выносливость его проверяем. Видите, прет как танк. Кубометр дров, пол сухих, пол сырых. Сырых кубометр дров весит 750 килограмм. А если в сухих, то где-то примерно получается килограмм 200. Вот и считайте, 350 и плюс 200, 550 килограмм на глаз. Сейчас у нас вот такая вот херня будет, самая грязная колея. Сейчас посмотрим, что будет. Ой, идет, идет наш барсик. Друзья, отключаюсь, потом включусь, чай попью сейчас, выйду на дорогу на хорошую. Ну что, друзья, решил я вам показать.
опять сегодня столько загрузил. Но чуть-чуть пониже, но, друзья, поймите, это сырые березы, короче. Березина здоровая, сырая. Плюс осинничек. Кубометр точно будет, друзья. Вот, видите, по 4 чурки. Вот. Ладно, все, друзьяшки, давайте. Сейчас чайку жахну, короче, и попру. У нас вот такие вот тучи. Я сегодня, правда, попадал уже под дождь, короче. Плащ одевал, пилил дрова. Ну, ничего страшного. Ставим вот такой лайк, короче, друзья. Помогаем мне развивать канал. Кто может задонатить, донатьте. Я буду очень рад. Мне нужны ваши деньги и на патроны, и на бензин. Давайте, пока.